Из более чем 60 тысяч опрошенных соотечественников большинство считают Анапу самым чистым и экологичным городом в стране. Курорт возглавил рейтинг, в который вошли 150 городов. В тройке лидеров – курорты Краснодарского края. На втором и третьем местах – Геленджик и Сочи, соответственно. Главные показатели благополучной экологии района – это большое количество зеленых зон, санитарное состояние, отсутствие промышленных предприятий. Отметим, что накануне Анапа вошла в тройку лидеров среди городов по качеству работы служб ЖКХ. Россияне считают наш курорт одним из самых чистых и ухоженных. А еще раньше Анапа возглавила рейтинг самых благоприятных городов для проживания.